Друзья, всем привет! Это видео будет не о ремонте, не о стройке, а это видео будет о одном из видов мошенничеств, который сейчас процветает в Инстаграме. Откуда я это знаю, вы узнаете чуть позже. Ну а пока для тех, кто хочет поучаствовать в жизни и в развитии моего канала, для вас будет информация в описании под этим видео. И еще для тех, кому будет полезное данное видео, то ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал и также можете написать в комментариях, какие виды мошенничеств вы знаете. Ну что ж, давайте начнем. Поехали! В общем, ни для кого не секрет, у кого есть страница в Инстаграме, периодически в ленте появляются различные виды рекламы. Будь то там реклама какого-то канала, какого-то аккаунта, либо товара, который также предлагается в Инстаграме. В общем, тоже я так сидел, как-то в ленте просматривал свою ленту в Инстаграме и в итоге наткнулся на одно интересное объявление, которое сразу же меня заинтересовало. Таких объявлений много, и в этих объявлениях говорится о том, что продается некий товар. Ну, тут даже не стоит сильно заморачиваться, заходим в любое объявление, которое вот есть. Вот, допустим, вот ядерная распродажа, новое поколение беспроводных наушников, чистый звук, глубокий бас до 6 часов без подзарядки, скидка 57%. Согласитесь, очень заманчивое предложение, поэтому много кого заинтересует данное объявление, потому что, ну, люди падки на такие вещи, там, где вот есть скидка, там, где скидка даже превышает розничную цену, там, ну, или даже оптовую цену. Ну, а для тех, кто в данный момент сомневается в том, что я говорю правду, и что это действительно мошенники, им не стоит доверять, для тех хочу сказать, что я сам лично заказывал на данном сайте трехосевой стабилизатор для телефона. Ну, это мне было нужно для работы, для того, чтобы увеличить качество своих видео и не было вот этого дрожания, мерцания в кадре. Поэтому я решил с такой вот обалденной скидкой заказать себе данное приспособление, чтобы уже в будущем его эксплуатировать. Но в итоге, после того, как заказ был мною отправлен, приходили мне сообщения о том, что ваша заявка принята, ваша посылка отправлена, ваша посылка пришла на почту, придите, заберите ее. И в течение 3 дней, если вы заберете данную посылку, то вам будет скидка 50% на следующий товар. Естественно, все вот это показалось мне очень даже убедительным. И я уже без задней мысли, не думая о том, что меня могут просто-напросто кинуть, пошел на почту для получения этого товара. И в итоге, когда я был уже на почте, передо мной лежала посылка. Ну, то есть я ее видел, но забрать не мог. И пока я не отдал деньги оператору, и оператор не перевел деньги на счет продавца, я не смог получить эту посылку. Но только после получения данной посылки, которую я заказывал, я, даже не открывая данную посылку, понял, что в этом что-то не так. Потому что вес посылки был всего лишь 200 грамм. Трехосевой стабилизатор для телефона, он там с электроприводами. Я так подумал, что все равно его вес должен быть как можно... Ну, не 200 грамм, но значительно больше. Ну, вот только по весу посылки я уже понял, что что-то не так. Но надежда, как говорится, умирает последней. И в итоге, после открытия упаковки, я понял, это не то. В общем, вот такая вот посылочка, вот такая вот коробочка была упакована, запечатана в пленку. Вот такая, в общем, посыльный пакет. И вот он, мой трехосевой стабилизатор. А по сути это просто обычная селфи-палка. Ну, то есть вот за свои деньги, которые я отдал, за вот этот товар, который я хотел получить за 2000 рублей, плюс пересылка около 500 рублей, ну, в общем, 2500, я вот получил вот такую вот селфи-палку. Вот она. Обычная селфи-палка. Такая селфи-палка, ну, где-то, наверное, стоит, ну, рублей 200. Вот она уже рассыпается. Просто
Китайское барахло. Дешевка. Вот я не знаю, даже я даже не проверял, работает оно или нет. Мне это было неинтересно, потому что вот такое вот у меня, такое приспособление для телефона у меня есть. Оно даже лучше. Я заказывал с AliExpress. Ну, вот, в принципе, вот эта вот ерунда мне и не нужна. Так что вот, это подтверждение моих слов, то, что вот эти рекламы, которые часто выходят, очень часто выходят в Инстаграме, да, с ошеломительными скидками от 50 до 70%, это все мошенники. Так что не ведитесь на это. Даже если вы хотите купить товар, вы сначала задумайтесь, проверьте несколько раз, убедитесь в том, что это действительно не мошенники. Ну, во-первых, данных о магазине никакого нет, это просто интернет-ресурс, и там короткое, может быть, короткое описание о магазине, ну, в принципе, ничего такого важного, даже магазина этого может быть и нет, это просто какие-то цифры, какие-то буквы, ну, по крайней мере, это было так со мной. Ну, в общем, после того, как я получил посылку, я попытался связаться с продавцом, но в итоге ничего у меня не получилось. Это на посторонний телефон, я делаю звонок, а там мне говорят, мы вам обязательно перезвоним. Также в посылке был вот такой вот, была вот такая бумажка, на которой был указан электронный адрес. В случае претензии можете написать туда. Я написал, а в итоге в ответ тишина. Ну, в общем, это все ложь и провокация. Никому не рекомендую и не советую в это верить. Возможно, у кого-то возникнет такой вопрос, что, ну, там, было мне стрёмно делать данное видео о том, что я вот так вот опрофанился и купил дешевую вещь за так дорого. Сразу скажу, что нет. Я это делаю видео для вас, для того, чтобы вы в будущем не делали таких ошибок и не велись на уловки мошенников. Заплатил я это деньги за эту палку, считаю, что правильно. Заплатил я не только за эту палку, селфи-палку, но также заплатил я за знания и за опыт, который получил по ходу вот этого, в общем, взаимодействия между мной, и продавцом. Поэтому сейчас я делюсь с вами данной информацией для того, чтобы вы были уже продвинуты в таких делах, и то есть у вас были знания, и даю я вам это совершенно бесплатно, поэтому обязательно расскажите об этом вашим друзьям, знакомым, может быть, родственникам, потому что очень часто люди просто попадают на такую, вроде бы, небольшой такой предмет, стоит очень недорого, но все равно деньги потрачены зря, и вы получаете совершенно не то, что вы хотели. Ну что ж, на этом, думаю, все, можно закончить. Если вам было полезно данное видео, то ставьте пальчик вверх. И все, что было сказано мной в начале, делайте. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и также рассказывайте друзьям об этом видео, то есть делитесь максимально во своих соцсетях. Ну что ж, я думаю, на этом можно закончить данное видео. Если оно вам было полезно, то ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях все, что вы думаете по поводу данного вида мошенничеств. И также делайте максимальный репост в своих соцсетях, чтобы как можно больше людей узнало о данном виде мошенничества и как можно меньше людей попадалось на данные виды разводов. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Успехов, удачи, будьте здоровы и до новых встреч на новых видео.